Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художника, знакомиться с их автобиографией. Эмиль Антуан Байяр, французский художник и график. Я цитирую Википедию. Родился 2 ноября 1837 года в коммуне Ля Ферте-Сужуар. Наиболее известен своими иллюстрациями «Книги отверженные» и был учеником Леона Канье. Начал свою творческую карьеру с 15 лет, создавая углем изображения лошадей. С 1853 по 1857 год обучался в высшей школе изящных искусств. В это же время участвовал в нескольких юмористических изданиях под псевдонимом Абель де Мирей. Участвовал в нескольких выставках. Наиболее известен художник своими иллюстрациями к книгам «Отверженные» Виктора Гюго, «Хижина дяди Тома», «Гарри Бичерстоу», «Бессмертная», «Альфонса Даде», «Вокруг луны», «Земли на луну», «Жюль Верна». В 1870 году делает серию гравюр для книги Поля Кристиана «История магии». Помимо иллюстраций, художник создает ряд картин и рисунков углем на различные темы. Война 1870 года, исторические сражения, жанровые сценки. Художник занимался и росписями стен, например, запечатлел в фойе театра Палеруаль портреты наиболее видных актеров труппы. Также известно его исследование по развитию стиля рококо в 18 веке. Занимался художественной фотографией. Его работы в жанре нью были опубликованы в 1902 году в книге «Обнаженная эстетика». Умер художник 6 декабря 1891 года в Каире. Но так вкратце из переводной Википедии о французском художнике и графике Эмиль Антуан Байяр. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.